Но главной интригой было, почему и в этот раз на слушание не приехала Юлия Тимошенко. Утром под больницей в Харькове в 9-й раз выстроился кортеж. Скорая, автозак, машины ГАИ, сопровождение. Доставить Тимошенко в Киев были готовы. Сама Юлия Владимировна опять заявила, что хочет лично присутствовать на всех допросах. А ее слова об отказе быть этапированной назвала грубо сфальсифицированными. Копия заявления, написанного рукой Юлии Владимировны, появилась сегодня на официальном сайте «Батьковщины». Я требую обеспечить мое участие в судебном заседании, которое состоится 15 мая 2013 года. Участвовать желаю лично. Я против допроса этого свидетеля в мое отсутствие. Тюремщики же уверяют, игра на публику под названием «Поеду, не поеду в суд» продолжается. Кортеж порождал экс-премьера до полудня, но в Киев так и не отправился. По словам начальника Качановской колонии, он несколько часов уговаривал Юлию Владимировну, но она отказалась и пошла на процедуры. Игра на публику продолжается. Безосновательные обвинения в наш адрес продолжаются. Угрозы также. А к машине она так и не выходит, которая, кстати, каждый раз ее ожидает перед каждым заседанием суда. По состоянию на данную минуту, осужденная вместо конвойной машины пошла на массажные процедуры.